Так, все, запись пошла. Ребята, привет всем. Сегодня будет онлайн-торговля, живая торговля. Покажу вам одну свою торговую сессию. Так, почему-то подвисает. Помните, я вам обещал, что покажу торговлю на аккаунте своей девушки. Так что вот эта торговля. Сейчас буду торговать на этом аккаунте. Давайте перейдем к сделкам. Смотрите, да? Также я торгую по две сделки. 28-го, 27-го. Еще не торговал я в 2019 году на этом аккаунте. Для тех ребят, которые не понимают, по какой я стратегии торгую. Ребята, я торгую с догонами. Я это уже говорил. Вы же видите, да, по моей торговле. Я торгую с догонами, заключаю по две сделки в день. Вот, строго две сделки. Две сделки – это два сигнала. Вот, например, смотрите, неудачный день. 21-е, да? У меня неудачный день. Я заключаю две сделки и ухожу с рынка, что бы ни случилось. Потом пришел аж 24-го, заключил две сделки, и они в плюс. Все отлично, да? Первая сделка 1000, потом 3, потом 10, потом 30. В три раза. Поэтому по money management, да, у меня на таком депозите первая сделочка всего лишь 1000 рублей. Опять же, для каждого все индивидуально. У вас может быть 3 сигнала в день. 5 сигналов в день за одну торговую сессию. Это я уделяю очень мало времени торговле. Если вы уделяете много времени торговле и у вас процент прибыльных сделок выше 60, тогда вы торгуете фиксой. Тогда уже ваш money management — это первая сделка, 10% от депозита. Вернее, у вас одна сделка, она фикса, 10% от депозита, от первоначального депозита. И вы строго торгуете фиксой по 10% от депозита. И все, не увеличивайте, 10%. Также вы торгуете по своей стратегии. И здесь я торгую по своей стратегии. И придерживайтесь риск-менеджмента. Риск-менеджмент обязателен. Так что, ребята, я думаю, вы разобрались. А сейчас погнали торговать. Я не знаю, какой получится эта торговля. Вот будет два минуса, покажу вам два минуса. И покажу, что нужно уходить с рынка. Все буду показывать на своем примере. Опять же, многие говорят, вот ты не придерживайся своей стратегии. Придерживайся своей стратегии. Вот именно на этих аккаунтах я буду вам показывать, как я придерживаюсь своей стратегии. Да, на других аккаунтах я дроблю сделки. Но больше 5 сигналов в день я не делаю. Да, вот, например, на этом аккаунте у меня будет 2 убыточные сделки. Все, я ухожу с рынка, перехожу на следующий аккаунт, на свой уже, торгую там. Потом на другой аккаунт. Ребята, те, кто говорят, как так можно торговать на разных аккаунтах. Ребята, если вы живете в большой семье, и у вас торгует бабушка, тетя, дядя, мама, ну давайте представим, и они все торгуют с одного компьютера, вот скажите, что, вас должны за это заблокировать? Вот если моя девушка торгует, и я торгую, почему меня должны за это блокировать? Мы торгуем на одном компьютере, да? Мы семья. Почему должны за это блокировать? Никто за это не будет блокировать. Так, давайте перейдем к торговле. Ребята, когда вы торгуете, вы должны сосредотачиваться на торговле. Сфокусироваться на торговле. Вот сейчас я фокусируюсь на съемке, фокусируюсь о том, как я разговариваю, потому что мне очень тяжело без косяков, да, разговаривать. Вот сейчас я долго думаю и поэтому торможу. Так, я выбираю хорошие валютные пары. Так, что-то подвисает у меня MACD. Первый раз такое. И буду искать горизонтальный скальпинг. Строго 2 сигнала у меня должно быть сейчас за одну торговую сессию. Все, погнали.
Вот, да, смотрите, какой шикарный восходящий тренд. Вот заходим на просадках, и мы всегда в плюсе. Да, бывает, я когда не нахожу хороший горизонтальный скальпинг, ну видно, да, что шикарный тренд. Почему бы здесь не заработать? Опять же, да, я не придерживаюсь своего правила. Вот, смотрите, шикарная ситуация, да, в просадке мы заходим на повышение по тренду. Вот, отличная позиция для входа. Если я вижу такую ситуацию, да, почему мне ее пропустить? Вот почему, да? Видите, да, я ее сразу нашел. А вам говорил, да, что буду торговать в горизонтальном скальпинге. Ну вот, нашел хорошую ситуацию. Почему бы здесь не заработать? Трендовая линия. Ой, подвисает у меня. Вот. Горизонтальный скальпинг я стараюсь искать на телефоне. Ну вот, смотрите, да? Отличная ситуация, и мы заработали. Все очень просто. Искали, нашли. Ничего мы сложного не придумываем. От просадки мы заходим вверх, от пика мы заходим вниз. Но здесь восходящий тренд. На восходящем тренде мы заходим от просадки, не от пика. Потому что, смотрите, к примеру, вот здесь, да, если бы мы зашли по тренду, сделка бы закрылась в минус. Почему? Мы же зашли по тренду. Но мы зашли от пика. По тренду мы заходим от просадки вверх при восходящем тренде. При нисходящем тренде от пика вниз. Все очень просто. Вот, сейчас заходить опасно, да? Просто ничего не нужно сложного придумывать. Я раньше думал, нужны супер-мега-индикаторы. Нужно, знаете, вот развесить у себя монитор. Я так раньше думал. Этого не нужно. Нужен только контроль. Нужно контролировать себя. Нужен money management, risk management. Вовремя останавливаемся и все. Этого достаточно. Я думал, что проблема в стратегии. А проблема была во мне. Проблема была в эмоциях. Что я не... Вот, уже один косяк. Что я не могу их контролировать. Ужасно лагает. Первый раз такое. Сейчас я позакрываю остальные вкладки. Так, вот здесь, знаете, уже опасно заходить. Да, почему? Потому что идет затухание. Потому что у нас вот... уже горизонтальный уровень сопротивления. Так, здесь все отлично. Вот, идут тренды, видите? Что у нас здесь? Пока нету хорошего горизонтального скальпинга. Здесь 62%. Идет затухание, да? На этой валютной паре не хочу рисковать. Вот, уровень 77,619. Цена не может пробить. Когда я зарабатываю, да, вот... Вы скажете, сделочки у тебя по 1000 рублей, это же совсем мало, да? Но, когда я попадаю на такие вот неудачные дни, только на таких днях я зарабатываю. Да, потому что я уже заключаю сделку на 30 тысяч рублей. Потом на 100 тысяч рублей. Так торговать очень опасно. Но из-за того, что я мало торгую,
из-за того, что я придерживаюсь риск-менеджмента, из-за того, что я перезагружаюсь, я нахожу на следующий день хорошие ситуации, в них захожу и зарабатываю. Вы сами для себя должны выработать свою систему. Вот, смотрите, да, хорошо, что я не зашел, да. Начинается у нас затухание. Вот. И цена разворачивается, идет уже вниз. Вот такие вот наблюдения, ребята, у вас придут с опытом. Вот, нету пока нормальных ситуаций, да? Мы не спешим, мы не заходим, куда попало. Ну вот, сейчас, да, хочу зайти уже на понижение, да, но пока я не уверен в этой ситуации. Если вы уверены, вы сразу же заходите. Может быть такое, да, что вы сразу попадаете на ситуацию и сразу нужно заходить. Ребята, я очень ценю то, что вы цените такие видео. Вы мне говорите, пусть оно хоть длится час, пусть ты час будешь молчать, мы все равно будем смотреть, потому что интересно, как ты ищешь ситуации. Я вот сейчас стараюсь максимально быть для вас полезным. Так. Вот, смотрите, я просматриваю общую картину, но знаете, вот просто. Потому что я торгую на минутки. Ну, смысл мне, да, просматривать, что было там за пару дней, там, за 6 часов. Я вот смотрю, да, сколько вот здесь на прошлых ситуациях длились вот такие вот нисходящие тенденции, да, вот здесь, к примеру, да. И стоит ли сюда заходить? Смотрю, нет ли ближайшего уровня рядом, да. Хороший был нисходящий тренд. Вот, видите, уже нарушил свое правило, сейчас мне скажут. Ты говорил, что будешь торговать в горизонтальном скальпинге, я зашел по тренду. В принципе, тренд это и есть скальпинг, но не горизонтальный, а вот восходящий скальпинг. Потому что цена идет в коридоре. Вот, ребята, вот вам скальпинг, смотрите. Просто берете, разворачиваете, да? Вот, теперь у нас затухание. Теперь при затухании на понижение заходить опасно. Потому что сейчас при затухании может быть коррекция. Вот, видите? И цена пойдет наверх. Опять же, не пересиживаем мы за торговлей. На одну торговую сессию полчаса максимум, ребята, полчаса максимум. Потому что потом уже у вас отключаются мозги, и вы уже меньше анализируете, а больше думаете о заработке.
Почему так виснет этот мак? Так хвалил, теперь виснет. Давайте возьмем еще индексы. Главное торговать от 80%. Особенно, да, когда вы заходите на третью ступень. Еще раз, как бы вы хорошо не анализировали, сколько бы опыта у вас не было, в такие ситуации вы будете попадать всегда, ребята, всегда. Я уже с этим смирился, я уже понял, что не могу контролировать рынок, и поэтому я знаю, что на первую сделку я должен ставить 1000, да, хотя я уже мог поставить, я начинал с 1000, да, но... Если бы я на первую сделку ставил 2000, вторая уже была бы 6, третья 20, а четвертая 60. Это уже большие деньги. А пятая 180. И именно тогда я и зарабатываю. Потому что это статистика, от нее вы никак не убежите. У вас будет всегда 20% убыточных сделок. У кого как? У кого-то 30 всегда. Кто-то, кстати, мне говорит, что вот у меня 80% убыточных сделок. Ребята, если у вас 80% убыточных сделок, это же так шикарно. Ставьте наоборот, и у вас будет 80% прибыльных сделок. Я просто, ну, не могу понять, как так, чтобы было 80% убыточных сделок. Так, вот видите, когда я с вами разговариваю, я не сосредоточен на... Так, вот. Давайте уже тогда в горизонтальном скальпинге у нас торговать не получилось. Поторгуем по тренду. Когда я с вами разговариваю, я не сосредотачиваюсь, да, на поиске сигнала. Вот почему я не хочу торговать на прямых трансляциях. Торговать просто, да, но к этому нужно относиться серьезнее. Вот здесь опасно заключать сделку на понижение по тренду, потому что цена у нас на локальном минимуме. Ждем, ждем, да, вот коррекцию. И будем заходить на понижение. Так, притормозило вроде бы. Упустил момент.
Есть, заходим. Так, так, трендовая линия. Это просто, вот я для вас рисую эти линии. Я по скальпингу торгую без линий. Вот здесь опасный сигнал, да, сделка может не зайти. Ну, у меня две сделки в день. Все, я ухожу. Вот такая, ребята, получилась торговля. Может, мне еще здесь повезет. Но мне здесь не или в один пункт минус, да, 77-78. Вот такая вот получилась торговля. Видите, не сильно крутая торговля, да, но зато я с вами пообщался. Одна сделка в плюс, одна сделка в минус. Вот, я прихожу теперь 9 числа. Кстати, я не сделал скрины в свой... все, вот. Нарвались, да, на разворот. Ничего страшного. Чтобы не слить все деньги, ни в коем случае сейчас не нужно продолжать. Одна сделочка в плюс, одна сделочка в минус. И в итоге мы сегодня с вами в минусе на сколько? На 200 рублей, да? Не на 200 рублей, потому что здесь процент... А, да, на 200 рублей. Ничего страшного. На следующий день мы приходим, заключаем сделочку на 3000 рублей. И перекрываем убытки. Вот и все. Заходит в минус. Опять заключаем сделочку там на 10 тысяч рублей. Заходит в минус. Ничего страшного. Мы приходим на следующий день и уже торгуем строго в своей ситуации, да, вот строго моя ситуация — это горизонтальный скальпинг. Вот я нарушил свою ситуацию и зашел в минус. Ничего страшного. Вот, смотрите, показываю вам все на своем примере. Это для тех, кто говорит, что я не придерживаюсь своей стратегии. Придерживаюсь, вот. Видите, пропускал дни, отдыхал, пропускал дни, торговал на других счетах, на этот счет не заходил. Почему я торгую на нескольких счетах? Да потому что я не доверяю Олимпу на все 100%. Никому не доверяйте, ребята. Я не могу держать, например, 10 миллионов, да, на одном счете. Это же тупо. Лучше держать там на 4 аккаунтах по 2 миллиона, да, чем на одном аккаунте держать 8 миллионов. Лучше заведите счета на своих родственников. Ну, конечно же, если у вас там счета по 50 тысяч рублей, все нормально. Если у вас счета до 1 миллиона рублей, до 2 миллионов, это нормально, можете держать на одном счете. Но если это ваши последние деньги, тоже лучше перестраховаться, тоже лучше на каждом счете держать, к примеру, по 500 тысяч рублей. Так, я думаю, вы для себя извлекли из этого видео пользу. Теперь переходим к моему дневнику. Так, вот телеграм-канал со статистикой. Назвал, видите, я его Анна Торговля. Дата, два скрина. Дата, два скрина. И обязательно у вас должны быть папки с прибыльными и с убыточными сделками. Здесь горизонтальный скальпинг, здесь все шикарно. Уровень сопротивления, сделочка заходит в плюс. Здесь восходящий скальпинг, но тоже все шикарно. От уровня сопротивления сделочка заходит в плюс. Вот здесь. Шикарный горизонтальный скальпинг, плюс. Так. Очень похожая ситуация на эту. Здесь уровень сопротивления плюс. Идем дальше. Вот. Шикарный скальпинг от уровня поддержки, от просадочки заходим вверх. Вот, шикарный скальпинг. Сделочка на 30 тысяч, да? Я не успел зайти от пика, да? Цена резко опустилась, вот. Но все шикарно, тоже сделка заходит в плюс. Вот. Показываю все на своем примере.
Вот, я буду торговать с двух аккаунтов, со своего личного и с аккаунта своей девушки. Буду, вернее, показывать вам торговлю. На других аккаунтах я по-другому торгую, я дроблю сделки, чтобы вы там не путались. Здесь я сделки не дроблю, хотя я учу дробить сделки. Вы заходите, например, на 10 тысяч на понижение, но вы можете зайти 10 сделками по 1000. Это один сигнал, это не 10 сигналов. Для тех, кто не понимает, это один сигнал на 10 тысяч, но вы зашли по 1000. Вы начали дробить, чтобы себя обезопасить. Потому что если цена находится на уровне закрытия под конец сделки, да, вас могут закрыть в один пункт. И чтобы все не потерять, а часть себе вернуть, лучше перестраховаться. Ребята, видите, меня тоже закрывают. Мы с вами приспосабливаемся. Приспосабливаемся, чтобы ограбить этот олимп. Конечно же, все не так гладко. Конечно же, если все тут будут зарабатывать олимпу, это невыгодно. Но мы приспосабливаемся. Один пункт не помеха, да, если я торгую... по риск-менеджменту. Я приду следующий день, там будет отличная ситуация, там у меня все будет отлично. Но если вы нервничаете, если вы пересиживаете, если вы хотите отбить, вы будете терять деньги, вы тут будете сливать. Вот почему здесь теряют 70%, здесь сливают деньги. Все хотят быстро все и сразу. Нужно потихонечку следовать своим правилам, придерживаться риск-менеджмента, мани-менеджмента и своей торговой системе. Вот тогда все у вас будет отлично. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по обучению и заработку. Первая ссылка в описании, чтобы сюда попасть. Пишите в сообщение сообщества, прими в команду. Попасть можно только таким способом. Не ведитесь на фейков и мошенников. У меня одна оригинальная группа в ВК, одна оригинальная страница в ВК, одна оригинальная страница в Инстаграме. Все остальное везде развод. Я никогда ни у кого не прошу денег. Я не разгоняю счета, я наоборот отдаю людям деньги. Я никогда никому не пишу первым. Вот, пишите «прими в команду» и отправляйте сообщение. Также смотрите статистику моих сигналов из закрытой группы, вторая ссылка в описании. Вот здесь видите, неудачный день у нас был. Вот, смотрите, сорвались сигналы, да? Два сигнала в минус, ничего страшного. Вот здесь шикарный сигнал плюс. Также подписывайтесь на канал по торговле, третья ссылка в описании. На этом канале торговля подписчиков. Подписывайтесь на канал с отзывами. Здесь очень много полезной и интересной информации от подписчиков. Не только отзывы. Четвертая ссылка в описании. Ну и не забудьте подписаться на мой основной канал. Огромное спасибо всем за поддержку. Огромное вам спасибо за то, что цените вот такие вот живые видео. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли. Пока.